Так, вот это у нас 28 октября 2023 год. Ну, частичное лунное затмение, да? То есть максимум, что мы можем себе позволить в Запорожской области возле города Орехов. Ну, в принципе, не полутеневое, о, Аристарх. Очень ветрено у нас. Вот тебе Аристарх. Старый знакомый. Хотя, конечно, новый, учитывая, что ему 60 миллионов лет, по-моему, кратеру этому. Платон. Ну что, очень ветрено. Я думаю, что затемнение больше мы уже не получим, слишком в южных частях Украины мы находимся. В любом случае, хорошо, что погода сжалилась и хоть что-то дала снять. Ну, давай сейчас.